слабо это, но колесо копа на сок. Я тебе сейчас, слушай, мы, по-моему, в дерьме, есть такое ощущение. Блин, это полицейская станция. Плиз, 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 Go-go-go-go-go. Рассыпную. Да какой валим, блин, подожди. Да какую рассыпную, расслабься, блин, может он просто поговорить хочет, что-то. А, ладно, все, все, спокойно, спокойно, все, тихо. Блин. Все, сохраняем спокойствие, блин, все, тихо. Ну какие же, сука, пальцы длинные. В натуре. Вон, опять кровь. Я слышал, у тебя просто реально длинные, блин, вот, все. Урод, конечно. Ой, ебаш, вторая машина. Это дерьмо, слышь. Ладно, мы много не нарушили, ребят. Блин, может пересядем, может поменяемся местами быстро, блин. Да поздно уже, ты посмотри там камеру. Блядь, нормально. Хуйня какая-то. Че, двигатель заглуши, да? Ща, блядь. Так забавно, ключи поворачиваются. Просто брелком, бля, он звенит как, блядь. Машины. Пахнет марихуаной. Начинаем. Блин. Че делаем-то, парни? Если че, короче, если нас планируют посадить, че думаем, че думаем, блин. Короче, я на гашетку, наверное, нажму. Ну, блин, хуй знает. Слышь? Он куда? Он. Все, все понятно. Так бывает. Все, потеряли, блин, товарищ. Слыши. Дальше. Да не, я тебе говорю, он просто сидит сзади, это уже глюки, блин. Отличные глюки. Смотри, как убежал, я просто демон, блин. Бешеный. А не, вот, слушай, мне кажется, ли он. У меня сюда-то укачало. Я выпал, малеха. Нормальная тема. Бывает, блин. Это что за чувак слева стоит, блин, я слышу, мне уже разные вещи начинают мерещиться. Я тоже его вижу, блин. Братан. Блин. Слушай, а что у него такие волосы зеленые? Это просто... А? Да. А? Тихо, ребята, тихо. Держите в руках себя, тихо. Ты че, дурак, блядь? Дурак, нахуй нас посадят, блядь. Ты они сейчас. Так, подожди, короче, смотри, блин, так как я накурился, и вы тоже накурились, но, блин, мы можем сделать так, чтобы, короче, я, типа, открывал рот, а вы говорили за меня. Типа, чревовещание, во-во, типа, и тогда я не спалюсь, я буду просто рот открывать, и все. Давай. Давай, говори. Так. Тихо. Че, дурак, бля? Бля. Слушай, бля. Не могу. Нормально. Как они бегают. Блин, смотри. Нет, на него шляпу посмотри, бля. Это просто... Просто, бля. Серьезно? Просто стоит и смотрит. Чего вы лучше?
Лепите, вы там еще долго? Погоди, погоди, их 2 или их 4? Их 16 или 24, это типа, знаешь... Их 6, их 6, смотри! Я хер его знает, я вижу слишком много людей сейчас. Блин. Слушай, ребята, я там слева, это один вижу, слева. Там слева два чувака молотками долбят третьего. Это у меня все в порядке. Четыре, два чувака, так. Блин, хрен пойми, я не знаю, вот, может быть. Около витрин стоят, прям слева. Блин, я просто не вижу отсюда. Да, вон там, вон. Че, серьезно? Слева, может, вон. Подъехать посмотреть? Давай, поехали. Давай подъедем. Поехали, че. Заводи, погнали. Вы просто хер его знаете. Они нас догонят. Я просто, блин, не знаю. Они нас догонят, давай. Ну да, это точно. Посмотри. Не, слыши меня. Не, они курят, они просто курят на самом деле, как бы. Эй! Спринбрейк! Смотри, сейчас мы его бросаем. Все, доиграем, хорош. Все. Нормально. Вот кикнули его. Блин. Слушай, чувак, а он тут всего один, мы еще сможем побежать. Сейчас на ручник поставлю. Так. Нихера себе, ты видел, что там сзади произошло? Я тоже увидел. Так, подожди. Я, пожалуй, не буду выходить. Ты это ручник, вроде. Нет. Да. Сейчас, как проверить то, что ты машину ручник поставил? Ну, газони, если не поедешь. Ты его за колено дергаешь, чувак. Оп! Блядь. Ой, ебать! Меску зима, извините. Извините. Черт. Ты его за колено дергал, чувак. Слушай, мне кажется, все, пора нахуй ехать. Слабо, блин, че? Колесо копа нас сад. Я тебе сейчас, блядь, слушай, мы, по-моему, в дерьме, есть такое ощущение. Да как там дерьме? Смотри, короче, едешь по прямой, там по лестнице вниз, и все равно нас поймают. Все, стоят! Блядь, слушай, он нас кинул. Походу, хер с ним, пошли. Водитель погнали, в красной погнали. Мессе. Все, стоять! Блин. О, черт! Охренеть, блин. О-о-о! Дерьмо началось. Охренеть. Блин, там полкило у чувака, поэтому мы бежим. Так, ну его нахер. Блин, ну и говно, ну нахрен. Сюда можно как-нибудь на балкон забраться? Было бы неплохо, кстати. Жесть. Просто жесть. Что там только что произошло? Блин. Я еще под кайфом, но это так чертовски бодрит. Погоня от полиции. Охренеть. Просто охренеть. Так, здесь парковка вроде бы. Да? Кто-то хер его знает. Не, блин, тупик. Вот говно. Блин, мне интересно, барыг жив, потому что если он не жив, то, блин, кто мне будет наркотики дальше поставлять? Говно, я побегу, блин, в каналы. Это единственный шанс для меня. На самом деле. Охренеть, просто, блин, куда, где бы спуститься-то получше? Вот здесь. Окей. Дальше. Фух. Ну нахер. Ну нахер, блин, я свою машину разбил, кредитную, по-моему, я не помню, хер пойми, блин, кошка. Я, короче, блин, долбил, надо бежать. Йоу, посторонись! Пошел нахер! Блин, это полицейская станция. Вот это гениально, конечно, напротив полицейской станции остановиться и посмотреть, блин, все ли в порядке. Ну нахер.
Ну нахер. Блин, вот говно, вот говно. Я даже не знаю. Сейчас попробую ребятам набрать. Блин, телефон надо нащупать. Что жду. Достает телефон. Алло, Адам. Адам. Жду. Пытается дозвониться до Адама. Отвечает. Так, подожди, нам надо поменять, короче. Нам точно надо выкинуть свою шляпу. Да, сойдет. Сохранить. Блин, вот говно. Я хрен его знает, я трубку не беру. Блин, вот это дерьмо. Если, я клянусь, если, блин, не ответит. Хрен с ним, зайдем в настройку быстренько. Блин, если он мертв, это просто жопа. Я не переживу. Я не переживу. Сейчас мы тогда переберем контакты с нашей книги контактов. Потому что, блин, хрен его знает. Жду. Набирают по книге контактов. Кто-то из ребят отвечает. Я, блин, не знаю. Нахер. Ну, это же дичь. Просто. Охренеть. Я прям, блин. У меня нет слов, короче. Я не знаю, что делать. Фу. Три пулевых. Блин, у него три пулевых, но мы этого не знаем, типа, но все равно. Ну, кто-то ответил, но это не из ребят. I was hoping we could continue the conversation we had the other day about my proposal. По поводу предложения. Sure, of course, I understand. Life is crazy busy, believe me, I know. Интересный, кстати, диалог там, типа, мол. Sure, I understand. Говорит по поводу свадьбы, вот, и она такая, ему отвечает по ту сторону, мол, типа, я занята, и все в таком духе. Он такой, ну да, я прекрасно понимаю то, что бывает заняты люди. Нормально. Оу, щит. Блин, там полицейский, ну нахер. Ну нахер. Не, ну ты видел, ты видел. Отец. Блин, я клянусь, если он сюда поедет. Когда трафик стоит, это всегда ненормально. Оу, щит. Вот говно, вот говно. Окей. Окей, погнали, 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 погнали. Ну нахер. Так. Ок. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Блин, здесь богатый район, здесь все всегда хреново. Подозрительного чувака здесь сразу же отметут практически в момент. Но тем не менее, здесь есть лаборатория по производству. О, показалось. По производству кое-чего. А именно камень, камней философии. Блин, я шугаюсь каждого нахрен шороха, я прям не могу уже. Собственно, она, по-моему, да, в одном из этих, короче, подвалов. Так, блин, хрен с ним, мы станем где-нибудь здесь, около двери. Сейчас попробуем еще разочек ребят набрать, потому что, блин, на тех улицах это прям вообще огонь. Сейчас попробуем дозвониться. Окей, мне так и никто не ответил. Я сейчас вызову такси, наверное, через приложение. Блин, потому что жопа. Сейчас найдем. Сойдет. Так, такси. Мы сейчас на Дальперо Фривей 7261 получается. Окей. Блин, эти сирены каждый раз, зараза, блин, особенно которые такие, блин, это стрёмно.
А самое главное, не могу дозвониться до барыги, блин, и до ребят до своих. Блин, если они... Говно. Не хочу думать о плохом, конечно. Не хочу думать о плохом. Блин, надеюсь, что он приедет прямо во дворы, просто метка здесь стоит. А, блин. Если они все не берут, блин, я боюсь, что, что-то хреновое произошло, поэтому... Наверное. Мы сделаем. Мы проедем мимо сцены, я так думаю. Интересно то, что я единственный, кто убежал. Могу сейчас ответить. Я, блин, надеюсь, что их хотя бы повязали, потому что это был бы лучший вариант. А отец этого, блин, не переживет, если с ним что-то случится. Он, блин, город взорвет нахрен. А, блин, вот говно. Говно. Что-то как-то холодно стало уже, не так тепло. Здесь прям промзона такая. Дичь. Интересно. Короче, да. Фух, я реально шарахаюсь уже каждого просто... Холодно, блин. Шарахаюсь просто каждого скрипа, колеса и так далее. Блин, это все стрёмно. Действительно. На солнце немного постою. О, как раз сигаретка осталась. Та самая, вторая. Где она там? Ну вот. Говно. Меня здесь, конечно, с трех сторон видно, но зато мне хотя бы чуть потеплее. Хрен его, значит, как-то реально отойти вообще не могу. Окей, такси так и не приехало, к сожалению, блин. Вот, но тем не менее, я дошел до ближайшей парковки, которая здесь неподалеку была. Жалко, у них нет аренды, блин, я бы с радостью машину арендовал, на самом деле. Но, опять же, это такое дикое палево того, что... От того, что я где-то был неподалеку. Вот, такая история, блин, бежала, конечно, сюда просто жесть, как долго, окольными путями и так далее. Я просто долго ждал такси, опять же, уже свечерело, как вы можете заметить. Вот, поэтому, да. Зато отсюда вроде как видно то место, где все произошло. Я только что видел, слышал несколько машин, которые уезжали, медики оттуда уезжали. И еще машины пожарных вроде бы как. И я видел, по-моему, машину коронеров. И там 4-5 офицеров. Вот, там станция напротив, а где это произошло, вон там как раз получается. Короче, все дерьмово. Я не знаю, блин, что делать. Такси ни хрена не работают. Никто ко мне не хочет ехать. И я, честно признаюсь, пока что без понятия, что можно сделать. А вот. Пойдем вниз спустимся, наверное. Может, нам повезет с другим такси. Сейчас попробую вызвать на другую точку. Бывают такие места, когда они не хотят ехать. Например, да, где недавно сцена произошла с офицерами. Йоу! Я надеюсь, что вам очень удобно здесь. Люди ходят. Давай такси. Парам-пам-пам-пам-пам. Надеюсь, что... Кто-нибудь ко мне приедет. То есть до дома я точно не наберусь. Я живу на Вайнвуде, без машины 100% я никак. Вот, а звонить родителям как-то я тоже без желания. Они поймут и узнают, что я без машины, спросят, где у меня машина. А я не смогу ничего внятного ответить, поэтому история такая простая довольно. Вот. Честно признаюсь, хрен его знает вообще. Блин, может коллег каких-нибудь там попросить помощи? Хотя бы чуть поближе буду к Вайнвуду идти. Пока мне везет, значит, мне везет. Хрен его знает. Что у них есть мое описание. Блин, мне бы курточку у кого-нибудь украсть. Было бы неплохо, но, видимо, пока не судьба. Сегодня все не так просто, как хотелось бы. Кстати, на чем держится вот эта вот надпись Rockford Rocker? Я, кстати, мы пока... А, все, понял. Или что там написано? Dorset?
Только издалека это выглядит как рокер. И точно не Дорсерт. Короче, странно. Не, мотоцикла я бы сейчас точно не отказался. Блин, телефон что ли выключить пока? Хрен его знает. Блин, там... Меня кто-нибудь подбросит? Чувак просто курит, блин, вот это Spring Break. Вот это я понимаю. Это поворачивает, блин, на зеленый для пешеходов. Короче, блин, все что-то новое прям. Блин, этот пресет для решейда просто дичь. А, как же круто он выглядит. Черт возьми. Дико круто. Так. Тем временем. Тем временем. Блин, а те баги, которые на пляже стояли, мне кажется, то, что они... В принципе-то особо... Там особого труда не надо, чтобы их угнать, но... Угонять я сейчас тоже ничего не буду. Вот говно. Ничего себе, вот это диалог. Время мне сказать, кто был... Время мне сказать, кто твой отец был. Охренеть. Алло? У, кто-то там орёт, ни хрена. Алло, привет, как дела? А, твой папаша алкоголик. У, сори. Не звоните на меня в полицию, пожалуйста. Спасибо. А, типичный я. Я вряд ли, блин, до дома доберусь. Но если доберусь, то я, блин, самый выделяющийся человек из всех человеков, которые здесь, в принципе, есть. Поэтому я, блин, хрен его знает. Мне еще долго идти. Но хотя бы меня так активно не ищут, как могло бы происходить. Это единственное, что меня... Это Кран Виктория? Блин, издалека похоже было. Я уже шарахаюсь, реально, вот прям шарахаюсь уже от этой всей темы. Да, себе я посигналь, блин. Поморгай туда же. Как говорится. О, блин, как же круто это выглядит. Этот графен. Блин. Охренительно. Дойти бы. Сейчас еще раз попробую набрать. Ребятам, посмотрим, ответит мне или нет. Короче, я ни до кого не дозвонился, нифига. К сожалению. Вот. Ну, мы можем курточку себе прикупить. У меня, правда, деньжат здесь немного, а мы в богатом районе как раз, что не очень круто. Вот поэтому насчет этого хрен его знает. Где-нибудь подешевле бы магазин найти было бы неплохо. Вот, не такси, в принципе. Все такси почему-то отказались меня брать. Я так полагаю, на меня уже ориентировка есть. Вот, я просто дозвонился до одного, мне говорят, нет, извините, мы вас не возьмем. А, вот, в связи с этим я иду пешком. Вот, хорошо, хоть адрес свой никому не говорил. Надеюсь, что ориентировку пока еще не всем разослали. И весь город пока еще до сих пор не знает обо мне. Было бы неплохо. Было бы неплохо. А, иначе это дерьмово. Блин, я не знаю, я не могу до ребят дозвониться. Я не знаю, короче. Я шугаюсь от каждого, блин, шороха. Каждой машины. Хрен пойми, короче. Это красивые платья. Да, которых нет. Но тем не менее, блин, а что, магазин закрылся, что ли? Было бы неплохо, если бы он был открыт, конечно. Так. Блин, что-то куча сирен. Звучит не очень. Ну, это пожарные, видимо. Ладно, пожарные, это хрен с ним. Тогда не страшно, блин, но все равно меня прям колотит от всего этого дела. Может, метро спуститься пока. У меня метро свои полицейские есть, поэтому ну его нахрен. Чем ниже я воды, тем выше я травы.
Не, подожди, чем... Неважно, не задавайте вопросов, я говорю. Мой родной район, Rockford Hills, ну почти. Мы изначально там жили. И я к парню своему знакомому, собственно, сбегал. Который этот самый богатенький сын. Они здесь живут. Красная улица дальше. Что с тем чуваком не так? С ним явно что-то не так. Мне реально стрёмно, я просто хочу добраться до дома, но я прям чувствую, как будто за мной кто-то наблюдает. Вот у меня есть такое стойкое ощущение, я хрен пойми, но на меня по-любому все смотрят, потому что я с голым торсом единственный здесь. Хрен его знает. Блин, вот дерьмо. Вот дерьмо. Вот, кстати, место, где кефлом собирается, по-моему. Или какая-то следующая церковь. Вроде бы. Короче, какой-то из этих домов. Вот там прям музыка играет, все дела. Блаженные ребята. Мысли. Пошел нахер. В любой непонятной ситуации. Вот эти два слова. Все. Три слова. Ну, четыре, если считать на. И зависит от того, как написать. Вот так вот. Блин, реально бы курочку, я уже не спал двое суток. Хрень какая-то. Прям не знаю. Ну его нахрен. Че, мне громче голосовой чат сделать? Вернее, дальше. О, черт. Чувак явно прям не палится. Чувак прям вообще не палится в натуре. Предположим, что я обратил внимание. Йоу. Я могу чем-нибудь помочь? Если чё, куда? Ну ладно. Я не знаю, что у них там происходит, но явно что-то интересное. Сэр! Сэр, остановитесь, пожалуйста. Я могу чем-нибудь помочь? Да, да. Не могли бы к нам спуститься сюда? А я задержан? Да, возможно. Так, а можете мне объяснить, что вообще здесь происходит? А можете телефон убрать? Телефон можете убрать? Не вопрос. На данный момент. Да, прекрасно. Мобиль. Да, сэр, сейчас у нас разыскивается человек, очень схож с вашей внешностью. Нам потребуется проверить ваши документы, дабы убедиться, что вы им не являетесь. Ну, у меня нет документов с собой. Хорошо, мне хватит просто вашего имени, фамилии и даты рождения. Да, не вопрос. Меня зовут Реймонд Картер. Реймонд Картер? А да. Вы знаете такого человека, как Николас Картер? Нет. Я понял, Реймонд Картер, значит, ждайте пока тут с офицерами. Да, конечно. Я по информации к вам вернусь. Ой, а с тем офицером все в порядке? Он что-то шел и споткнулся, по-моему. Посмотрите. Да, нормально все? Да вон,
который вон там. Блин, может ему помочь? Ну нахер. Плиз, 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 го, 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 от говно, от говно, от говно, вот говно, блин, ну я бегу быстрее, чем они, потому что я, черт возьми, спортивный, меня так Лейла учила, или как ее звали, блин, да какая нахрен разница, а? Бежать, 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 бежать. Давай, 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 давай. От говна. Остановитесь. Давай, 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 черт возьми, черт возьми, бежать. Так, я отсюда смогу спрыгнуть? Насколько высоко? Найс. Да. Блять, как я выжил вообще? Как? Сгруппировался, сука. Я не могу сгруппироваться по-другому, блин, но я буду прихрамывать. Хорошо, обращайся. Не вопрос. А, это РП. Блин, давай, давай. Просто физика GTA не позволяет сгруппироваться, блин, они такие, как, блять, вот так. Ну хоть ведь с первого места будет, с первого ряда, скажем так. Мне кажется, я ногу вывихнул, блин. Почему это говорю в голосовой чат, я не знаю. Сел на землю. Сматривает ногу. Главное это было переждать. Фух. Ну вот дерьмо. Забавно, как они меня шли. Кстати, там пеший офицер бегает вон там. Блин, ну короче, она вывихнута явно. Это дерьмово. Сами понимаете. О, два пропущенных на телефоне. Алло. Алло. Алло, алло. Алло, да, привет. Привет, слушай, это. Я ушел, ты че, как можешь? Я. Блять, все дерьмово. Слышишь, сирена на фоне? Все херово. Слушай, давай я тебя на хате своей спрячу. Брат, мне до твоей хаты, как я не знаю до чего, блять, я еще и ногу вывихнул, я сейчас бежал от копов, и, блять, упал где-то. Смотри, со второго там этажа. Безопасно, там тебя не найдут, я тебя. Слушай, я не знаю, так все такси отказываются меня брать, и походу на меня ориентировка есть, поэтому я, блин, как нога болит. Я не знаю, ты можешь меня забрать? Да, да, смогу забрать. Забери меня, это, сейчас, Spanish Avenue 7069, это... Парковка на Вайнвуде. Окей, жди скоро. Давай, здесь может быть жарко, поэтому позвони, как будешь неподалеку. Давай. Хорошо. Давай. Yeah.
Так. Жду. Снимает носки. Перевязывает. Разрывает их. Перевязывает открытую рану. Ну что поделать, блин, как бы в полевых условиях, что еще, как бы, ткань есть ткань. Это как бы все. Что нужно. Хоть товарищ сейчас приедет. О, слушай, там около двери вроде как. Блин, боль-то усиливается. Это, видимо, анафилактический шок был до этого момента. Сейчас прям довольно дерьмово. Какой терминатор, блин, о чем он говорит? Там всего два этажа. Так, персонаж. Так, дерьмово. Оп. Так, а если мы сделаем вот так? Дерьмово. Хм. Интересно. О, найс, найс. Найс. Ну, это все, что я могу сделать пока. Я имею в виду, блин, я под наркотиками плюс к этому. Вот говно, там машины с спотлайтами ездят. Дерьмо. Полицейские ищут нас. Нас ищут полицейские, мать твою. Spring Break превратился, блин, в очередной побег. What the fuck? Братан, вставай, слышишь? Все в порядке? Ты, ты в норме? Адам. Ты хорошо? Почему? Нормально все. Уже утро. Братан, извини. Руки! Руки! Слушай, черт. Только дернись, обсажу в тебя тайзер. Молодец, умничка. Эй, нога, аккуратней! Что у него с ногой? Ну смотри, его. Давай. Сэр, пока на колени стоит. Я легонько вас буду приносить. Посмотри за ним пока сейчас. Наручники? Стой, куда ты вот тащишь-то? У него с ногой что-то. Осмотри его. Помощь требуется? Я упал со второго этажа. Контроль твоей экстренной ветри, нам срочно потребуется 10.52. Вот это. Сейчас. Блин. Я не знаю, с интернетом что-то у ребят сегодня. Сук. А он меня досматривает? Я жду. Телефон, скрученный косяк и... скрученный косяк, я не знаю, что еще. Кошелек среди карты. Как там его? Николас? Николас? Блин, хрен его знает. Николас Картер. Николас Картер. Ну вот оно, блин. Стоим. Ну, сидим его, походу. Что сейчас? Скорее всего, в Вивик. Сэр, значит, сейчас вы задержаны, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Сейчас вам окажется медицинская помощь. Перенести его. Ждайте меня, пожалуйста. Сади пока здесь, не трогай его. Сраный, блин. Так, значит, давай машину сюда, я там открыл ворота. Значит, да, спасибо за
помощь в разных мероприятиях. Я понимаю. Ты сволочь! Кто его держит? Братан, бегай. Ты меня вычитал. Успокойся. Держи его. Все в порядке, братан. Тебе много не дадут, наверное. Все в порядке. Сейчас машину его садите, убирайте отсюда. У шибака убирайте его отсюда. Где скорая? От боли. Откуда я говорю? Я смотрю, чувства пришли. Виктория, бегать, да? Бегать может, а идти не может. Пошел ты. Слышал, да, по рации? Передавать состояние пострадавшего Энджи. Подожди. Давай, ладно, черт. Его мобильник, в общем, здесь. И послушка, как я понял, до тела даже. Зайдет пока на парковку. Да я его еще не обыскивал, я его держу. Обыскивай пока. А, да, меня не обыскивали, ну ладно, вроде бы. Говно, блин. Ау, полегче, блин. Блин, это, кстати, классный кадр. Я подозреваемый сложу. Не знаю, порванный носок, следы крови. Все. Тебе ничего интересного. Впрочем, ничего нового. Детектив. Детектив. Медика сейчас встречу ожидаю. Господи, он стоит, ему больно, облокотит его на бампер, это Виктория, а? Не убежит уже. Я боюсь его переносить вообще. Вот человек. Ранее информацию мы передавали по состоянию. Так, вас вы на ноги? Да. Ну да. Знаете, медик похож. Эка. Пахнет. Алкоголем. И марихуаной. Правая нога. Сильно вывихнута. Сейчас тебе я скоро запашу. Прикольно. Номерки ставят. Фишки это называется, я не знал. Интересно. Сейчас я вам обмотаю повязкой другой, чтоб нога сильно не уходила. Там бригада в пути. Она уже перевязана. Перевязана, да? Да. Хорошо. Шину накладывали? Нет, вас ждали. Он надо было его держать, я не смог допустим ничего. Хорошо. Mm-hmm.
Может, надо его посадить для начала, что он стоит? Можете на бампер его посадить, вот сзади вас машина. Да, давайте. Вариантов больше нет. Так, кто был оригинальным за пару за человека? Ну, по сути, 1.271 и мы прибыли на место, пока я пробивал по базе. Mm-hmm. Вообще начало здесь 70. В общем, ловитесь лучше к 1-ке, не помню. Да, можете его поздравить. Ожидаем его в департаменте, передаем ему на оформление. Ау. Так, улыбочку сейчас господи. Я вам чуть-чуть льда положу, чтобы получше было. Спасибо. Пойду стоит. Ловко. Сука. И он с вами был все это время? Ну так да, нет, вас второй человек. Да, даже да. Еще раз. Второй человек, который машину данный момент сзади меня. Да-да. Ну, что с ним? Что с ним? Да. А, в департаменте объясню. Это веселый ребята. Ну, прибудете в департамент, как я понимаю. Обязательно, обязательно. Там можно потом. Ну. Хотя что тут? Он у вас известные мотивы и так далее? Или его в камеру пыток. О, допросных нам. В камеру пыток, вот оно, да, блин, что-то новое прям. Ну как задержан. У него наложена тугая повязка, шина, я приложу его. На ноге были. Госпитализация требуется. Еще у меня ладошки в кровь, ну. Вы не обезболили? Что? Ну вы напугали нас, конечно. В этот тактический канал нас перенесли. Мы приезжаем тут всего лишь. Ну, вам спасибо. Рихуаны. Сюда, пожалуйста, Лили. О, Пол, привет. Привет. Так, значит, шину наложили. Шину наложили, да. Угу. Детектив, я его не успел еще обыскать. Сейчас закончат медики, я обыщу его. А то они приехали. Ты меня обыскал! Желательно это сделать до. Ну, не успел. Ты, наверное, перелом там или вылечь. Это во всяком случае больно. А, что? Что вы сказали? Это... Офицеры? Может быть. Или ты так попробуй? Ну, когда отпустит, будет больно. Очень. Освободите руку, пожалуйста, одну придержите от наручника. Да, еще. Ау, полегче. Ну, придержу. Держите рукой. Только крепко, ладно? Угу. Ну вот, теперь когда вас даже отпустит, вас не укроет боль. Спасибо. Закрепляйте на щите и... Обязательно. Извините, я уточнить хотел, а ваш сотрудник держит пистолет в руке или мне мерещится в глаза? Так, давайте его начнем. Вы его уволите? И да, помогите мне как-то из офицеров. То есть положим его и вот там. Да, без проблем, давайте. Если бы он не был накурен, был бы болевой шок. Вот видите, его и нет. Так, все, понесли. Ау. Проводи их, пожалуйста. Мы же с этим закончили, да? Ну, возможно. Блин, там же открытый, блин, шлагбаум один есть. What the fuck, я не понимаю. Что? Охренеть, блин, здесь всех согнали просто ради меня. Я чувствую себя особенным.
Да, ну, валя. Я чувствую себя расслабленно. Это круто. Сэр, ваше имя, фамилия, скажите. Они на ID-карте написаны. То есть не скажете, да? А, у меня все. Секунду. Должно быть. А я смотрю, он все-таки хочет к нам попасть в камеру. Так, все, мы поехали. Вот говно. Блин, и так каждый раз. Я не знаю, what the fuck. Друзья оказываются предателями. Каждый раз, блин, одно и то же. Ничего не меняется абсолютно. Я, блин, все. У меня все, как говорится. Вернее, третий код, тут второй. Окей, друзья, пока меня везут, надеюсь, что вам этот эпизод понравился. Если это так, не забывайте нажимать на кнопочку лайка, а также, конечно же, подписываться на канал. Если вы хотите стать частью нашего замечательнейшего ролплей-сообщества, то первая ссылка в описании, erp.life, регистрируйтесь, подайте заявку и играйте вместе с нами. Учтите то, что пока я это говорю, прием заявок может быть закрыт чисто теоретически. Вот, поэтому, ну, зарегистрироваться вы как минимум точно сможете. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Самое главное, не болейте, и пока-пока.